ученики пошли. То был этот гигант, вот, личность самостоятельная. Это из тех динозавров, к сожалению. И тут же сразу думаю, ну раз мы динозавры, значит вымрем. Вот наша смена растет. Вот, посмотри, Иван. Ну, сколько мы с ним знакомы? 5-8 лет. Он сыграл большую роль в моей жизни, потом увидите. А вот молчал. Вот. А потом говорит, а что же это у меня такое выросло, Валерий Константинович, из ваших черенков? Это привито. А я, он не знает, я должен знать за него. Смотрите сюда. Сюда. Этот год указан или что? А, да, год. 16 июля, 2020 год. Ага. Ну, посмотрите на это чудо. Ну, я уже в прошлый раз, когда увидел, что зеленый плод, я говорю, Алексей, мне пора уходить. Зачем я вам нужен? Посмотрите на это. Посмотрите сюда. Сызрань, это, по-моему, саратовская, что ли? Вы память. Саратовская, по-моему. А то вот у нас ничего не растет. Вот у нас. А вот нам этот агроном сказал. Вот. А в институте у нас и показывают, что. А вот у нас что в институте растет. В ближайшем. А вот, пожалуйста, реально. Ну. Ладно. Вот это вот я тоже прокомментирую. Так, Алексей, еще раз привет. Я тебя еще вспомню чуть позже. Увидишь, почему. Вот. Это мне прислал, по-моему, Троценко. Он весь лазит. Вот. И прислал мне вот это вот. Где-то в интернете нашел. Я ни при чем. Владимир Кузнецов пишет. Неожиданно на земле оказались вполне сладкие, созревшие абрикосы сорта «Научка Хабаровска». 16-го года посадки, Кольская Железова. Ну и так далее. Так что на Южном Урале растут абрикосы. Я, человек, хочу справедливость восстановить. В 16-м году я продавал косточки Боднера. То есть я был перекупщиком фактически, или как, нет, это не совсем правильно, почтальоном. Вот, научка Хабаровска, это от Боднера. Теперь смотрим. Первый, вот, сколько меня доставали, а я собираю данные, ну ладно, там, Сызрани привитые, там, эти огромные плоды, ну тут уж с привитых что взять-то, да, они должны быть такие. Так, а это-то семена, а, здорово. Вот она. Так что я восстанавливаю справедливость. Это косточки не от Железова, а от Поднера. Идем. Ой, я уже заговариваюсь. Это самое. Бродского. А я сказал Поднера. Угу. Но это потому что про него много говорил. Это косточки от Бродского. С Дальнего Востока. Так, Кирилл Кинджибеков, Ивановская область. Тоже присылает фотографии. Вот. Присылает. За что я его очень благодарен. Вот. И вот пока. Снова далеко.